Всем привет! В эфире «Этнографика». Сегодня у нас такой нетипичный сюжет. Будем говорить об книжном обзоре очередном, но не по кавказской тематике, но немножко под этнографической, даже антропологической теме. Так, сегодня я хочу поделиться с вами обзором на художественные книги. Я это делаю не часто, потому что художественная литература, она очень субъективна, мне кажется. То есть каждый понимает такую литературу по-своему, и поэтому здесь как-то вот, мнение у всех может быть разное. Дело вкуса, как говорится. Но здесь не очень обычные книги, они основаны на реальных исторических фактах, и поэтому я хотел с вами сегодня поделиться своим мнением об этих книгах. Первая книга наверняка вам известна, ее активно пиарили не так давно, да и автор известный, это Гузель Яхина. Книга называется «Эшелон на Самарканд». Я ее предзаказал еще до того, как она поступила в продажу, потому что, в принципе, Яхина всегда пишет классно, интересно и со смыслом. Все ее книги мне нравятся, вот это уже третья вышла по счету. И книги Яхина всегда, они разные, знаете, как даже как бы по восприятию разные. Одни в них видят истории маленьких людей в тисках больших исторических и драматических событий. Другие видят хорошую передачу духа времени какого-то, или наоборот, допустим, какую-то конкретно женскую историю, да, внутри большой истории. Но в данном случае женская история, это, скорее всего, касается только первой ее книги о Зулейхе, потому что в остальных все-таки главный персонаж не женщина. И для кого-то это повод для очередного такого идеологического пустословия в защиту советской истории и власти или против нее. Для кого-то это способ попиариться на скандале. И вот мы уже видим, как упражняются в таком затхлом политическом угаре Пучков с Жуковым и компанией. Им отвечают с другой стороны тем же политическим языком «Новая газета». Тут еще летят обвинения в плагиате от разных малоизвестных архивистов. Это вообще тема нормальная. В любом регионе, в любом месте, по любой теме всегда найдется какой-нибудь обиженный жизнью архивист или краевед, который будет утверждать с пеной у рта, что вот тот документ, который вы там выставили или где-то обсудили, это он первым нашел, значит, за ним авторское какое-то право. Не всегда понятно, почему у людей, которые первыми нашли какой-то общедоступный документ, не их личного авторства, да, возникает такое ощущение, что какое-то прям право эксклюзивное у них появляется на этот счет, но это вообще отдельная тема. Как говорится, собака лает, караван идет. Самое примечательное в книгах Яхина и вовсе не эти темы, не политика, не история, не политика, а то, что, как правило, ускользает от большинства, и особенно от идеологически отравленных вот умов, это тема трансформации личности в условиях такого глобального слома традиционного устройства человеческого общества. Смены таких привычных социальных условий под воздействием вот глобальных таких перемен. Это вот, собственно, разговор о традиционном духовном и мировоззренческом опыте человечества, который рухнул и был поставлен с ног на голову в последние два века в результате втягивания такого резкого в современный мир, это рациональное мышление огромных масс человечества. И, например, Зулейха – это образ крестьянки из глухой такой татарской деревни, которая мыслит магическим мышлением, типичным для ее предков до бесконечного какого-то поколения. Она верит в каких-то магических существа, в суеверия, в заговоры разные. И ее мир ограничится вот этой вот территорией вокруг этого хуторка, где она живет, этим лесом, наполненными в ее понимании разными мифическими существами, злыми духами. И эту крестьянку, суровая действительно советская, она просто прогнала по лагерям насильственно, да, и в этих лагерях ее мировоззрение было резко сломлено, то есть человек фактически вот от традиционного такого уклада, в котором жили все его предки, был вышвырнут резко и насильственно в современный рационально мыслящий мир. То есть в течение вот буквально жизни одного человека происходит внутри него этот такой трагический слом
всего мировоззрения и открытия мира совершенно иного, и мышления совершенно иного. Конечно, ни она сама, ни ее дети уже никогда не станут другими, это будут уже современные урбанизированные люди после всяких событий. Несколько похожая история есть во второй книге Яхина «Дети мои», но там, знаете, как действие происходит, там скорее о вакууме, то есть о попытке уйти от этого слома, о людях, которые оказались в неком лимбе, таком пузыре, вне времени и пространства, живя на хуторе, оторванном от внешнего мира, и наблюдая вот историю, наблюдая, как изменяется мир, просто как такую дальнюю декорацию на другой стороне реки. Новая книга чуть иная. Она тоже немножко о сломе как бы, человеческого мышления, но не таком глобальном, а скорее о трансформации в рамках каких-то нескольких месяцев, да, пока этот поезд едет из Казани в Самарканд. Весь сюжет этой книги построен на истории реальной голодающих детей Поволжья, которые через несколько лет после гражданской войны их вывозили из Поволжья, старались поездами в Среднюю Азию, где с питанием было получше. В сюжете этой книги герои уже люди, сформированные суровой реальностью вот этой гражданской войны и чем-то отдаленно похожие на персонажей первой книги про Зулейху. Они меняются в пути и меняются очень тяжело, через силу. Вот в книге хорошо виден вот этот внутренний конфликт персонажей, вот это двоемыслие их, когда их какие-то идеалы, какие-то их представления о правильном, они ломаются об суровую действительность, они как бы начинают противоречить идеалы реальности, и человек изнутри начинает разрывать как бы вот это вот, и ему тяжело становится психологически. Выбор вот этого временного промежутка в книге, именно гражданской, после гражданской войны, он очень хорош тем, что тут однозначно не скажешь, кто виноват, кто прав в этой ситуации, да, сложившейся, то, что был этот голод. Это следствие гражданской войны, в которой все стороны этого конфликта вели себя очень ожесточенно, да, страдали простые люди, те же дети. И в данном случае Яхина очень подчеркнута нейтрально в своей книге, она не старается кого-то обвинить. Но опять же, тут очень противоречивые ситуации, да, эмоции вызывают. Тут те же поезда с голодными детьми организовывал, вывозил вот этот проект, там всем руководил Дзержинский, то есть создатель вот этой ЧК, которая потом сотен тысяч человек поубивает. То есть это говорит о том просто, что все в мире не очень однозначно, не так, что вот черное и белое, все очень серое. И Яхина здесь подчеркнута нейтрально, ее невозможно как-то обвинить в том, что она кого-то очернить, а кого-то обелить. Здесь нет вообще этого выбора. Но если отбросить политику, то ей удалось хорошо передать само вот это ощущение в того времени, ощущение, которое творилось в головах у жителей Поволжья после гражданской войны, во время вот этого голода. Вот эти заброшенные деревни, эти пустота, кругом отрешенность от мира, от жизни, принятие смерти. И чем-то это напоминает фильм про постапокалипсис на самом деле, когда вот Земля умирает, и по ней ходят такие последние оставшиеся выжившие, какие-то такие зомби. Непонятно, ради чего существовать, уже такие привидения просто. Все равно планета погибнет. И мир глазами Поволжья того времени, 22-23 годы, он именно такой. То есть он мир обреченный, в котором не осталось никакой надежды. И эшелон на Самарканд – это такой, вот, как в том фильме, если помните, поезд, который просто едет бесконечно по кругу, по заледеневшей и мертвой земле. Да? Последний выживший внутри поезда был такой, если помните, фильм «Постапокалипсис». Совсем другое впечатление оставляет другая, менее известная широкому кругу читателей книга, о которой я хотел с вами сегодня поговорить. Это вторая книга австралийской писательницы Ханны Кент, называется «На темная вода». Почему я ее выбрал сейчас? Потому что она, на самом деле, немножечко пересекается вот с точки зрения тематики, да, тематики вот этого слома традиционного мышления с книгой Мияхиной, особенно первой ее Зулейхой. Книга «Темная вода» основана тоже на реальных событиях, произошедших в 1826 году в Центральной Ирландии. Был реальный судебный процесс, на основе которого вот писательница построила свою уже такую художественную, конечно, додумку как бы этих всех событий, но настолько качественно интересно, что хочется об этом сказать. Это, как я уже сказал, да, о смене магического мышления рациональным, но на рубеже эпох, когда вот промышленная революция случилась в мире, и она резко ворвалась в вот этот вот традиционный быт человечества, ломая вот это мышление рациональное.
И проблема в том, и книга об этом говорит, что не все успевали за этим процессом. История «Темной воды» — это история суеверных ирландских крестьян, мир которых так же, как у Зулейхи, полон разных магических существ, суеверий, заговоров, всяких проклятий и бесконечных сплетен друг о друге. Здесь вот в книге хорошо подчеркивается то время, когда внешний вот этот городской мир, рациональный, он уже существовал, но он презирал эту традиционную культуру суеверную. И при этом ничего не пытался сделать для того, чтобы как-то помочь, что ли, людям перейти в новое мышление, как-то их поддержать. То есть просто такое общее презрение, как к людям невежественным, суеверным было. Так как я уже сказал, сюжет книги построен на реальном судебном процессе об убийстве. Причем это убийство оказалось как раз-таки следствием вот этого магического мышления, такого опасного суеверия, доведшего до трагедии. И надо сказать, что Ханна Кент очень шикарно пишет. У нее персонажи такие яркие, эмоциональные, наполненные своим миром. То есть ты когда читаешь книгу, ты их понимаешь. То есть она настолько хорошо передает вот это вот ощущение, что ты как бы становишься способным встать на место этого героя и понять его логику действий, его понимание мира и понимание того, что он совершает, да? То есть настолько она как-то умело, качественно описывает эти персонажи и окружающий мир, конечно. Просто Ханна Кент, она очень много советовалась во время написания книги с различными специалистами, фольклористами, историками, этнографами, и у нее получилось очень круто передать и вот эту географию, местность, как бы природу Ирландии центральной, фольклор, мифологию, сказки, вот эти суеверия, какой-то повседневный быт этой ирландской деревни 19 века, очень прям подробно. И особенно круто передана повседневная жизнь знахарки, вот этой вот ведуньи, которая как бы и лечит, и наводит заклинания там, и очень передано подробно, какие травы она собирает, где, с чего он что готовит. И эти все травы еще и дублируются ирландским, на ирландском языке. То есть много ирландских словечек, в принципе, которые вот они используют и которые расшифровываются по тексту. Как бы сейчас сказали, эффект полного погружения вот, в ирландскую деревню 19 века. И, в принципе, даже вся книга, она построена на такой растительной тематике. То есть каждая глава начинается названием какого-то растения, которое используется этой знахаркой так или иначе в сюжете. Отмечу, что это не первая книга Ханны Кент. Была еще книга под названием «Вкус дыма» о похожей истории с судебным процессом, но в старинной такой Исландии, тоже в прошлых веков. И там тоже такое было крутое погружение, но о ней как бы отдельно. Поговорим в другой раз. Самое главное понять, что вот в этих упомянутых двух книгах, которых я сегодня вам рассказал, в них есть одно общее. Это рассказ о людях со старым вот этим магическим мышлением, традиционным, которые просто не вписались в новый рациональный логический мир. При этом они прошли очень опасно, близко по краю вот между суевериями и моралью. Ну и напоследок хотела отметить один интересный факт, который я заметил не так давно. В последнее время очень много хороших книг написаны женщинами, писательницами. Ну, например, вот уже упомянул сегодня Гузель Яхину, Ханну Кент, Дона Тарт, тот же Щегол, например. Из наших писательниц еще можно отметить Людмилу Улицкую, ну и другие. Да? То есть очень много книг действительно классных, таких глубоких выходит из-под руки писательниц. Как вы считаете, вот эта тенденция какая-то такая, или просто действительно женщины очень хорошо уживаются в роль тех персонажей, которых они описывают, о которых они рассказывают, у них это получается лучше? Или мне просто может кажется? Ваше мнение вы можете оставить в комментариях под этим видео. На этом у меня все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео. И до новых встреч. Всем пока. Thank you.